здесь. Обращение. Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий. Владелец зала якобы, во всяком случае, надо, конечно, все проверять. И здесь можно, нельзя ручаться за достоверность подобных заявлений. Но, тем не менее, звучит, если это так было на самом деле, то это звучит странно. Так вот, владелец заявил рабочим: пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите. Заработную плату не выплачивать достаточно долго. Ну, во-первых, надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И думаю, что и вы сами на это посмотрите. Но думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. На всякий, может быть, этого и нет, я не знаю, но нужно понять, что там реально происходит. Ну, во-первых, надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И думаю, что и вы сами на это посмотрите. Одно из обращений. Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий. Владелец зала якобы, во всяком случае, надо, конечно, все проверять. И здесь можно, нельзя ручаться за достоверность подобных заявлений. Но президент лично ко мне не обратится, ничего не получите. Заработную плату не выплачивать достаточно долго. Тем не менее, звучит, если это так было на самом деле, то это звучит странно. Так вот, владелец заявил рабочим. Пока.